Наше подразделение в городе Великий Новгород занимается производством корпусов, вручает лазерная обработка. Самым оптимальным в нашем случае оказался лазер Некрасет, производство лазерного центра. Некрасет лучший. Некрасет лучший. Некрасет лучший. Работаю за установкой Микросет полтора года. В основном никаких проблем с ней не случается. А если и были какие-то нюансы, то всегда сервисная поддержка нас поддерживала. На данной установке мы производим следующие технологические операции. Это вырезка окон, деметаллизация золота. Это в основном исправление брака после гальванического покрытия. Установки, которые бы исправили это быстрее, не существует. Лазер для этой операции годится лучше всего. Он и быстрее, на нем смена происходит быстро, то есть технологические этапы сокращаются вдвое, а то и втрое. В основном это вырезка окон, у нас сырой керамики, либо по металлизационному слою, либо на просто сырую керамику. На прозрачном майларе вырезка хорошо идет. На данной установке мы режем окна на ВК-92, керамика сырая, нарезанная листами 203 на 203. На данном изделии 48 окон. Это будет вырезка по металлизационному слою, то есть металлизация уже нанесена. Мы вырезаем окна вовнутри рамки. Точности микроны. 5 микрон, 4 микрона. По ухаживанию протирка спиртом в начале смены, в конце смены, всегда столы все протирается спиртом, и линза протирается изопропиловым спиртом. Раз в неделю с нашей работой интенсивностью, раз в неделю посчитали нужным, она немножко подпачкивается. Керамика испарение дает сильное, поэтому приходится линзу протирать. С лазерным центром у нас отношения хорошие. Вы к нам приезжаете, мы к вам приезжаем. Ну, в основном мы к вам приезжаем, потому что вопросы у нас существуют всегда. Недавно были у вас, консультировались с Константином, он нам все объяснил, показал наглядно, прислал образцы даже, которые мы отправляли ему. То есть отношения хорошие, лазерный центр устраивает полностью, хорошая компания.